Я когда увидел, я обалдел, я думаю, если она будет валить, она же костей просто не соберет. Хотя, на такие говорят, кошки умеют планировать. Я не знаю, куда там кто планирует, но если бы вы видели нашу кисулю, какой с ней дельтаплан? Она рухнет и все, и с концами. Я принимаю решение. Я разгоняюсь. Забрасываю лапы на подоконник и во все горло, ну, интеллигентно говорю: «А!» Но наша гостья, она от испуга чуть со стула не свалилась. Она почему-то подумала, что я на нее гавкаю. Поняли, да? Вот мне делать нечего, да, гавкать на людей. Тем более на наших гостей. Странные иногда у нас бывают люди, но... Девочки меня так и не поняли, они меня принялись успокаивать. Анна Игоревна мне говорит: «Кисончик, ты что, погулять захотел?» Я как бы думал, что... Слышали, нет? Погулять. Я ей говорю: «Анна Игоревна, ну какие же тут гулянки-то, а? Нужно же, вон одна уже догулялась, прислушайся. Кисуля вон на дереве верещит, в полет собралась, нужно же помочь». К сожалению, женщины меня так не поняли. Я просто продолжил гавкать. Тайго так навернусь и лаю, что есть силы. Тут наконец-то наша гостья, Вика, которая, она наконец-то услышала мои мольбы. Вот. Подходит к окну, открывает его. И что вы думаете? Это, наверное, как раз и был тот вот закон подлости, о котором очень часто говорят люди. Как только женщина открыла окно, этот доморощенный космонавт неожиданно умолк. Вика смотрит в окно, во дворе тишина, благодать, и Суля молчит. Я, конечно, знаю, может быть, у нее какие-то мысли стоят. Она молчит, хоть треть, все. Она закрывает окно уже, Вика. А я мысленно скулю, я говорю: «Ну, ты можешь нам что-нибудь сказать, крикнуть?» Бесполезно. Она молчит и все. Она, женщина закрыла окно, вернулась к камушке. Я как дурак стою на этом подоконнике. Все, и что? Мне ничего не осталось делать, я просто продолжил метаться между окном и дверью и лаять. Вот. У вас есть такое выражение, оно, правда, не очень у вас, у людей. Такое выражение, оно мне не очень нравится. Но к нашей ситуации, я думаю, подойдет. В общем, я догавкался. Меня услышал хозяин дома, Константин Александрович. И он, кстати, первый заметил эту летучую кошку и говорит, он аж присвистнул от удивления и мне говорит: «О, вот это фокус, а!» Ну а тут уже подключились все. Вот и все задаются вопросом: зачем она туда полезла? Что она там забыла? Я в это время сижу спокойно, за этой картиной наблюдаю и думаю: я-то знаю, зачем она туда пошла. Зачем? Я много раз видел, как она из себя изображала охотника. И как это происходит, знаете? Она уши прижмет, в траву влипнет и крадется. И она всем видом показывает. Я не кошка, я рысь пятнистая. Я так долго смеялся, и сколько раз я видел, как она, сколько ее птицы в дурака поставляет. Да она думала их на дереве достать. Они улетели, а эта пантера так и осталась. Но, в общем, Константин Александрович скомандует. Говорит: «Вы тут все стойте». Мне говорит: «Ты смотри, трясон не гавкай. Распугните суд». Ну я так фыркнул про себя, я думаю: «А теперь ты чего гавкать? Вы как бы и сами все видите. Вы же не до гавка, не нужно спасать эту кису». Константин Александрович ушел, приходит с просточкой.
Викарий, Анна Игоревна сделали что-то наподобие батута. Вот, а глава семьи принялся трясти. И Суля, почувствовав дерево трясение, еще больше впилась в это дерево и заряжала так, как будто, я не знаю, всем теплоходам встали и хвост отрывать. Все, и последующие 10 минут, ну, все, и результата никакого не принесли. Эту грушу так и не удалось. Глава семьи снова ушел, приходит встретиться. Он попытался залезть на дерево. Но опять не тут-то было для его веса, а он был такой... Амбал. Ну, я говорю, да. Хочу. Не амбал, но познавать его шутку. Дерево оказалось слишком тонким. А тут повисла пауза. Такая нехорошая пауза. Очень нехорошая пауза. Она мне так не понравилась. И чутье меня не подвело. Это потому что Константин Александрович неожиданно обращается ко мне и говорит: «Ну что, Трисон? Придется тебе лезть на дерево». Я озадачил, так озадачил. Меня, к такому жизнь меня не готовила, ну никак. Я же собака по воды. Я в МЧС не служил, и в цирке не работал. Меня как-то и в школе не учили лазать по таким лестницам. Я думаю, что мне делать теперь? Он меня еще в таком тут спрашивает: «Справишься, Трисон?» Я вообще не знал, что это. Только я говорю: «Не подумайте, что я испугался». Нет, я не трус, я просто размышляю. Я вам скажу больше, я клянусь, я за свою подопечную готов жизнь отдать. Но погибать из-за какой-то глупой кошки, мне прям так обидно стало. Так обидно. Или не вы? Вот в чем вопрос. Я лабрадор. Все люди потом скажут. Будут говорить: «Вот тебе отважный поводырь, на лестницу испугался залезть, струсил». Я такого позора тоже не пережил. В общем, мне пришлось лезть на эту треклятую лестницу. Но я признаюсь, скрывать не буду, мне страшно было до ужаса. Потому что я лезу, дерево это ходуном играет, лестница тоже играет. У самого лапы трясутся, это там охотница наверху орёт. Люди интересные, если они кричат: «Давай, что?» «Даю!» Тренер скалолаза нашли. Но я ещё вниз как гляну. Сердце в хвост убежало. Я все-таки добрался до кисти. Добрался и говорю: «Прыгай на меня!» Это неблагодарное создание вытаращило на меня глаза, шипит, как бешеный. Не заявляю кисти. «Только прикоснись ко мне!» Я ей говорю: «Ты вообще, ты понимаешь, что ты говоришь? Нет. Я тебя как достану, не трогай». Я говорю: «Давай тогда сама прыгай на меня смелее». Ну, она взмолилась мне, говорит: «Я боюсь». Трясется вся. В общем, эта красавица наша запаниковала. Потом я не на шутку разозлился. Я ей говорю: «Ты знаешь что, дорогуша, если ты сейчас все свои эти истерики не прекратишь, перекушу ветку, полети вниз и будь что будет». Она уперлась в свою: «Я боюсь, я не могу, я боюсь». Вот вы мне скажите, есть вообще мозги, нет? Все, я так и не смог ее уговорить. И тут произошло самое страшное. Это лестница.
Она вдруг резко повернулась вокруг хлипкого ствола дерева. Я рефлекторно вцепился зубами в эту ветку. Что-то там хрустнуло, треснуло. Я понял, что мы летим вниз. Я теперь знаю, что такое невесомость. Я все думаю. Конец. Ветрисон, все. Меня в какой-то момент пронзила такая страшная боль, такая прям, как будто мне лапу оторвали. И все, я потерял сознание. Очнулся уже дома. Ветеринар мне наложил на лапу какую-то шину, повязку. Он еще такой юморист оказался, мне сделал укол и говорит, пусть пока не бегает. Какой бегать, я после его строго уснул, все, проснулся. От чего-то такого мягкого, теплого и шершавого. Открывай глаза. Сидит этот летчик-испытатель. Дышит мне нос. И мурлык. Ну, она прям подлизывала. Говорит, Трисончик, прости меня, дорогой, а? Так виноват, прости меня. Кошка, лапку поранил с меня, а? Прости, прости, пожалуйста. Ну, а что делать? Мы же с ней одна семья. Я тоже лизнул ее, наглую эту мордавку. И ей говорю, ладно, кисуля, хорошо, хорошо, мир. Да. А еще, еще я ей сказал, я ей говорю, запомни.